Пока не знаю, Мась. В принципе, тебе осталось еще 2 дня, и все, ты можешь возвращаться. Ой, Жить. спасибо, разрешил. Да, батька разрешает. Так, мне побольше камня надо. Что у меня сейчас есть? Что у нас потихонечку, смотри, темнее, да? А нет, середина дня, в принципе, чё? Чё-то не пойму, где-то тут камня раньше было много. Сейчас что-то хожу, ни хрена найти не могу. Собираю старым, как говорится, дедовским методом. Обычно сборщиком поработаю. О, фига я насобирал. Гораздо эффективнее, прикинь, чем долбить. Собирал камни. Короче, мне нужно ступку с пестиком сделать. Что тут у нас? Все жарится активно. Мася, на одну кровать нужно 40 шерсти. А не шерсти, кожи. А? Там кожа и волокна нужны. Кожа. Ну 40, где я тебе их достану здесь? Динозавров поубивай маленьких. Каких маленьких? Не знаю, там максимально маленьких. Какие у тебя там максимально маленькие есть? Вот тут ходят рядом со мной 6-й, 8-й. Чудовища, да? Потные он чудовища. Первый ходит, но он убежит, сволочь, я же знаю. Там у тебя маленький, как бы, замкнутый остров, там особо не сильно-то побегаешь. Ну вот он бегает, но он же быстро бегает. Это да. По сравнению со мной. Бегает-то нереально дерзко. Он даже уплыл, слышишь? Он уплыл. Вот он самоубийца. Этот, он да. Решил это, знаешь, по принципу, типа, я тебе не достанусь, побегу, это... Мне голодон, на съедение, да? Этот, который убегает паразавр или кто? Да, вроде он. Это да. Тут он решил, конечно, Парасан задерзить и отдаться на съедение, да? Но он реально уплыл. Ах, он бяка. Как им... Да, он бывает уплывает, мне так тоже убежал один. Я по нему стукнул, уже почти добил, он взял и убежал, скотина. Жаль, оставил меня ни с чем. А? Ну что мне делать? На бронтозавра нападает? Бронтозавров, да, по-любому. В любой непонятной ситуации всегда нападай на бронтозавра. Или гигантозавра, если, конечно, его найдешь. Где ты, мелкий? Мелочь пузатая, да? Слышь, сопляк, сюда иди. О, господи. Так, слушай, тут кто ходит? Ты кто такой? Ты 4-й уровень. Ты кто такой? Анхило. Не, знаешь, я после ты того... Ты как-то уже что-то на него там нарвалась, как-то я помню. Я помню такую табличку веселую, надпись типа. Тут еще ходит Стего. Стего Завр. Ну как-то ты тоже с ним имела там терки, помнишь? Разборки у тебя уже были с ним. Где Стего? Они... А, вот Райк есть, он 5-го уровня. Ну блин, у меня... Ну он же 5-го. Угу. И? Ну просто так. А, ну ладно. Да я просто думал, ты сейчас какую-то... Как бы поучительную историю внесешь. Я бью. Я в силах бью. Я бью все, что шевелится, да. Я вижу, как ты их бьешь. Я уже заметил, как ты их бьешь. Слушай, вот ты не поверишь, сейчас темнее, да, к ночи как бы идет дело, туман появился. Да. И ты и именно в этот момент у меня появились транквилизационные стрелы. Именно в этот момент я решила возродиться у себя дома. У нас дома? Да, у тебя. Да ладно, уже возвращайся, как говорится. Назад. По сути, как бы, сейчас еще вот этот день да тот, и как бы... Я что, зря там домик строила? Не знаю, сожги его. Как? Знаешь, вот, с одной стороны, печально, что здесь нельзя даже сжигать.
Было бы круто, так раз бросил кость, факел, поджег дерево. Почему, когда я появляются очки для динозавра? Это, короче, такая фишка, как Шляпа бы, когда на сервер заходишь, такую и штучку дают, седло. как бы, И седло. плюшечки. Да, седло, оно, короче, это скин. Так. Плюшечки. Ладно, несмотря на то, что тут ни хрена ничего не видно, я попробую дойти. Ай! Поискать того самого, который тут вот бегал. Кто-то нападает, кто-то дерется, зая. Тут месиво. Около дома? Да. Слушай, это очень плохо. Там Рокки твой стоит. Они убили чувака. Да, я тут, если честно, немножко потерялся в деревьях. Запутался, куда иду и где я видел того чувака. Мне бы сейчас его найти опять. Именно вот здесь, вот, считаю, он где-то вот тут гулял. Надо вдоль камней пройтись, я думаю. Как-то шел. Я же как-то шел и нашел его. Не хочу я туда наверх идти, там много бякушек. В принципе, вот здесь я сейчас найду опять того же самого. Попробую его приручить. Так, хищников да, не вижу. Да, ты в курсе, то, что его стыкает в доме? Это не мой. Мой тут вместе со мной. Там единственное только птеродактиль есть на крыше. А что, слушай, не на крыше, он на полу я его оставил, на земле, блин. Вот эту панул, я же его не забраковал на крышу. Нет, это твой. Нет, там Рокки твой, и мой этот птеродон должен быть на земле. Он, видимо, это начал убегать от хищников и врезался, видимо, в дом. Сможешь его запарковать на крышу? А если хорошо попросишь? Ну, мась. Запаркуй его на крышу, пазя. Что, мась? Ну, мась. Что, мась? Запаркуй его на крышу, говорю. Я тебя просила, ты мне предоставил, что я просила. Кого ты просила? Сказала, говоришь, кровать мне в студию. Ничего, что я на другой части вообще материка нахожусь. Меня вообще это не волнует. О. На другой части материка нахожусь. Какая там тебе, как говорится, кровать? Как я должен тебе доставить? Я вот ищу тут динозаврика, не могу найти. Вот это дела. То есть ты не хочешь меня проверить, да? Я думал, ты ко мне придешь. Скорпион. Блин, Мася, это вообще жопа. Я не хочу с ним биться, может не усыпить. Блин. И стрелы-то, блин, не потрачу. Да ё-моё, что такое? Я могу, конечно, рискнуть здоровьем. Сейчас вот как отключусь, блин, в обморок уйду. Так. Чтоб не уйти в обморок, надо с Тимберли наесться. Все, теперь обычных ягод. Чтоб восстановить кислочно-щелочной баланс. Фух, ты не поверишь, кое-как смог из последних сил. Представляешь? Щоп чуть-чуть и отрубился. Правда, все равно меня отравил, зараза. Да ты чё, обратно просишься? Или он вас купит? Я не могу сейчас отойти, я в опасной зоне, тут хищники бегают. Может, ты откроешь ему? Он меня сегодня укусил больно. Я знаю, но, блин, я вообще не могу отойти. Если я сейчас отойду, меня тут так больно укусят, что я все потеряю. Тем более, у меня динозавр свинтил куда-то. Мась, ну иди, открой ему. Немножко занята. Я тоже. Сейчас отойду. Сейчас, маленькая моя. Погоди немножечко. Ай-яй-яй, как ты вовремя решила отметиться. Будь здорова. Я всегда вовремя. Конечно. Всегда актуально, да. О, прикинь, это тот, которого я бил, он до сих пор тут. Опять скорпион, да ё-моё. Саблезуб еще. Так, пацаны, вы как-то по очереди, а? В порядке живой очереди, пожалуйста. Так, саблезуб, все, готов. Ой, они, по-моему, убили его. Там, похоже, слушай, труп. Что, имена уже не пишутся у наших? Да, пишутся. А, это мой? А, это Борска, не теперь, как он? Пец, они его убили, представляешь, съели того, которого я оглушил.
Тут очень много скорпионов. Что ж, ладно, поднимемся повыше. Всяко я его еще где-нибудь найду. Похожего. Мамонт израненный все еще бегает. Мамонт? Мамонт, ну. Где бегаешь? Вот он, мамонт. Я на горах бегаю. Слушай, я замерзаю, холод. А у меня же датчик жизни не работает. Черт. Даже не узнаю о том, что как замерзну нафиг. Там карнозавры бегают, представляешь? Спуститься надо малеську. Там карнозавр тусует. Саблезуб. Этот, пантера, где историческая, представляешь? Так, здесь очень холодно. Что-то никого нету. Кошмар, только факел спасает, представляешь? Представляю, вот закон подлости. Стоило мне прийти сюда с транквилизаторами, резко ни одного динозавра нету. Плюс я еще замерзаю. Так, я вот сейчас гуляю вдоль берега. Вообще ни одного дина нету. Что за фигня, Зай? Не знаю. Может, пока что не заспаунились. Да, реально, прикинь, только стоит убрать. Сразу мерзну. Саблезуб все бегает, активно бесится. Где вот нужный мне динозавр? Что за нафиг? Ну, он пропал. И тут без факела вообще холодно. Сколько градусов-то? А, 2 градуса тепла, понятно. Реально тут столько саблезубых бегает. Кошек саблезубых. Все, сейчас меня увидит, побежит. Все увидела. Бежит. Я ей в морду. И на помощь братюня бежит. Прикинь. Так, пошла вон. Умри, несчастная. В принципе, я бы мог с них шкуру сорвать. И пустить на теплые вещи, на валенки. Да ладно. Надо поискать все-таки. Где-то он же должен быть здесь. Вот я, к сожалению, не помню, когда спускался, куда именно я зарюхался. Где как бы именно я его видел. Там тоже, по-моему, саблезу бегает. А еще плюс сейчас темнеет, ночь наступает. Вообще неохота здесь шариться. Ай. Я только сейчас падать и царапать коленку. Самое актуальное, да? Так, я бегу к хижине. В принципе, если сейчас по пути не встречу его. Ну и ладно, потом как бы попробуем. А то меня тут активно бьют, а я еще умираю слегонца. Компи. Трайк. Замученный. Что он там у нас? Вот он, прикинь, он спустился сюда вниз. Да. Тот динозавр, которого я ищу. Он к пляжу спустился. И это круто. Если я сейчас четко отработаю по нему. Так, транквилизационные стрелки. Оба-на. Классно то, что я на возвышенности нахожусь. Он ко мне забраться не сможет. А я спокойно его обстреляю. Представляешь? Это очень клево. Главное только не перестараться, а то он сейчас спрячется в свой кожух. И все. Есть! Он оглушен, мать, ты прикинь, кайф-то какой. Как давно я хотел его уже заарканить, пока он тут бегал. Слушай, знаешь, что у меня появилось подозрение? Он точно хоть жрет ягоды? Кто? Ну, этот, тот, которого я тут приручаю. Ну, может, он их не жрет? Дедрикус. Я не помню, к сожалению. Я их никогда особо не приручал, если уж на то пошло. Отсюда, естественно, и не в курсе, как он приручается.
А прикинь, если он как-то по-другому. Что-то, например, вдруг может он вообще хищник. Написано, главное, приручение, но процесс не идет, понимаешь? Я не знаю. Может, я не то что-то нажал. Может, мне какого-нибудь хищника захреначить. Чтобы мясо было. Вот, например, стегозавр гуляет. Давай, давай, иди сюда. Иди сюда, пообщаемся. Ты думал. В сказку попал. Вон, прайм мясо. Не знаю, дама на всякий случай прайм мясо. Может, сожрет. Нет, так нет. На. Да. О, пошло приручение. Похоже, все-таки он жрет мясо. Либо какой-то вид ягод. Определенный. Мать, я 45-й, прикинь. И это круто. В следующих сериях мы с тобой сделаем эту платформу на наших больших гигантов и сможем с тобой хоть каждый день менять новое место жительства с площадкой. Это же круто. Представляешь? Вот слушай, я реально не знаю, что он жрет. Не пойму. Может, он какой-то конкретный вид ягод ест или что? Не могу отследить. Вроде бы есть. Но реально не могу понять, что он ест. Долго, прикинь, приручается. Капец, как долго, несмотря на то, что как бы ускорено. О, маджобери только ест, прикинь. Это такие розовые ягодки. Я смотрю, преимущественно их сейчас ел. Поэтому, наверное, не пришло. Ну, как бы процесс вот приручения не пошел. Потому что у меня не было этих ягодок поначалу. Сейчас я пособираю. Как раз прилично. Видимо, он только их жрет, все. Это прикольненько. Да. Да, почему у меня в моем Дина что делать металлический топор? Он кого-то убил, наверное, у кого он был. Или может ты положила? У меня вообще топора нет, по-моему, металлического. Не, был я тебе давал. Не было. У меня, кстати, тоже был. Но я не помню, что с ним произошло. Я умирала уже раз сто, блин. Так я тоже не первой свежести. Ты знаешь, что мы сколько мы с тобой раз утеряли, так что это точно не я. Не знаю, если честно, я уже и не помню. Ты же понимаешь, что мы как бы не каждый день в одну и ту же игру играем, бывает там. Делаем вот эти перерывы, пока там что-то новенькое или еще что-то. Я просто перерыв, чтобы отдохнуть. Потом уже просто не помню ничего, стирается все в памяти. Так, только некоторые моменты остаются, но большая часть, конечно же, пропадает. Поэтому даже не знаю, если честно. Трудно сказать. Похоже, он все-таки не ест прайм мясо. Ну, не знаю, на всякий случай все равно заставлю его принудительно съесть. А то оно в противном случае просто пропадет. Что там у него процесс приучения идет? Нет. Это вроде так хорошо пошел, потом перестал. Так, до четверти дошел. И стоит. К принудительного заставлю скушать. Не стыдно. Да не очень. Ему же не стыдно так медленно приручаться. Правильно? Дудо гуляет. Просто реально я как бы что-то не помню вообще, что он ест. Вроде как бы какие-то такие, знаешь, вот, ну, догадки были о том, что он как бы травоядный. Несмотря на то, что он бронированный, все-таки я думал, все-таки, что он действительно травоядный. А оказалось, что, по крайней мере, на данный момент он жрет маджобери. А это говорит о том, что он как-никак действительно травоядный.
Ничего другое же он не ест. Вот есть мясо, но он же его не ест. Так, вот пошел еще немножечко процесс приручения. Ну, знаешь, вот если честно, несмотря на то, что я поставил как бы ускорение, да, на приручение, долго, конечно, это очень долго. Он приручается. Но опять же, видишь, я сравниваю этот процесс долго с тем же фактом, ну, уже привыкший, знаешь, к тому, что они быстро приручаются. Разумеется, когда-то, блин, тут сутки бы пришлось отстоять, дождаться его. Теперь буквально тяп-ляп и готово. Чуть-чуть буквально надо будет покрепиться, прежде чем его приручить какого-нибудь динозаврика. Ты, кстати, воспользуйся, ну, этой фишкой, что теперь быстро приручается. Можешь кого-нибудь новенького, если захочешь, погонять. Не знаю, посмотрим. Я заметил, только знаешь, что я вот сколько ягод сейчас собираю, пытаюсь его упороть наркоягодами, он очень быстро в себя приходит. Достаточно очень быстро. Несмотря на то, что у него полоска оглушения как бы приличная, но приходит он в себя очень быстро. Буквально маленько замешкаешься и все. И прощай возможность приручить бекушку. Бека-клешеньку. Так. Пособираем еще его ягодок. С одной стороны, знаешь, как классно, что я именно здесь его нашел. Здесь ни хищников, ничего. Тихо, спокойненько можно стоять, приручать. Собирать ягодки, кстати. Там ягодок нету. Вообще потрясающе. Зашибись. Спасибо, дождик, что ты сейчас решил пойти. Ты так это делаешь своевременно. Тебя что-то не устраивает. Заботой о нас, да. Так, давай на него седло поищу. Так, почти раптор. Что тут где-то у нас оно было? Трайка. Где-то тут оно было. Ужасная птица. Я, кстати, ее так ни разу еще не встретил. Вообще видел ее, но что тут сколько бегаю, но нигде и не видел. Я уже немало бегал эту часть берега, считай, побережье. Галимиму, стега. Вот, Дедикуруса. По-моему, он. Так, он верстаки вот делает. Стрелки дерзкие. Да, они очень дерзкие. Сигдлона мегалодона нужно. Так, что тут у нас еще есть из металла? На саблезуба вот есть платформа на парацера, вот она. Офигенно. Промышленный гриль, прикольно. Так-то фонарик. Парниковая стена, металлическая лестница, конная рама. Что-то из металлических все, что ли, только штаны и верх. Ну ладно. Анкила. Аранео. Нет. Это змея пришла и сама напала, зай. Да. Наш дом? Нет. Ну, пришла особо такая ко мне резко, дерзко и напала. Они, кстати, она агр. Я не знала, что они сами нападают. Не, Мася, они агры. Будь осторожны. Она, кстати, еще не слюна ядовитая. Смотри, можешь отключиться в любой момент. Собирай ягодки, там вот белые ягодки, их закинь в себя. Они препятствуют оглушению. Ты сможешь, считай, их съесть и быстро остановиться. Если, конечно, не хочешь валяться. Да я на этом же. На динозавре? Конечно. А ты куда у меня пошла? Гулять. Ты же понимаешь, если потеряешь... Конечно, теперь приручить гораздо проще, но все равно. Сама будешь приручать. А каюши? Не, ну ты, конечно, можешь сделать так по принципу, попросить моей помощи, вежливо и с чувством. Нифига себе. Да, такие запросы. Тут гигант Апите гуляет, быкует. Да поверь, мне кажется, моего сейчас
Дина, я не знаю, какого он уровня, но тяжело потерять. Я ему. Прикинь, ему в башку попал, он умер. То есть в тело как бы воткнулась стрела, да, ну слегка нанесла урона, когда в башку прилетела вообще четко. Вынесла. Офигенно. Терять его можно в любой момент, ты же знаешь. Тем более ты знаешь свои возможности. Да. Ты можешь у меня легко потерять динозавра. Ну зачем ты так думаешь? Я в том плане, что ты на уровне мастера это делаешь. Никто не сможет так в короткий срок сделать это и красиво, и изящно, как ты. Что-то как-то это не похоже. Знаю, я знаю, это прозвучало, знаешь, как бы одновременно. Вроде как, типа, и комплимент отвесил, и тут же, как бы, знаешь, это подъебал. Вот так вот, да, ты со своей любимкой поступаешь? Я? Что ты, чё? Я ж тебя люблю. О, нифига, там что-то такая братва за это месиво, походу. Тут везде всегда месиво. Я имею в виду около дома месиво. А, около дома. Там дофига птиц летает. Что они там делают? Смотри, наши хоть живы. То их уже, может, съели давно. Пока я тут сиськи мну. Динозаврика. Хрумкай давай быстрей. У меня уж столько волокон набралось, капец. Давай помогай. В смысле, ты мне сейчас это? Нет, тут... Ай! Мой динозавр где-то там, кстати, около дома стоит, храняет дом. Я не знаю, кто такой-то. Они такие... Ай! Они меня сейчас убьют. Я ухожу, там месиво, знаю вообще. Тебя летающие? Мелкие, да? Нет, это не мелкие, ты знаешь, кто? Блин. Или это мелкие? Домофалозавр? Ну, мелкие компи, и еще тут какой-то один бегал. Пытаюсь найти его, не могу. Да что ты их. А что ты их не растопчешь на динозавре? Тут раптор какой. Просто раптор. Раптор. Я просто раптор. Действительно, я просто раптор. Давай, чуть-чуть осталось ему, прикинь, тебя приручение вообще десил. Может, раптор был таким дерзким? Может быть. Маленький десил остался ему. Для приручения. Давай уже. Дедикурус. Вроде правильно я изучил седло. Дедикурус. Окей. Да? Давай, блин. Что ж ты так долго-то, а? Я уже здесь поблизости пострелял во все, что можно пострелять. Поубивал тут паразавра. Несчастного. Гиганта Питека. Куда-то побежал, блин. Вот он на неугомонный. По-моему, сдриснул. Ладно, так от нефиг делать, постреляю эту дошку. Пойду. Динозавром, по-моему, уже должен встать. Да, он встал. Мне дали ачивку. Я назову его скала. Пойдем. Домой отведу, заодно посмотрю. О, паразавр покоцанный бежит, видимо, от хищника. Так, где ты там? Какой медлительный. Странно, я никого страшного, собственно, не вижу. Кого бы он тут бегал? Тут дудо. Ой, сохранение сервера произошло. Так, где мой дом? Не понял. Около дома карнозавр, что ли? Прикинь, карнозавр тусует на берегу.
Где мой дом? Вроде я правильно иду. И, кстати, чуют меня издали. Я точно знаю. Что ты говоришь? На тебе, скотина. Спугать меня решил. Да, зай? Спугать меня решил, блин. Тарнозавр бегает. Не пойму. Вроде из лука стреляю. Давно должен был его убить. Еле-еле дохнет. Авиараптор. А тебе. Стой, падла. Куда побежал? На тебе, скотина. Не знаю, я просто так его убил, это нефиг делать. Кстати, по-моему, левел апнулся. Да. Ай. Что я такое? Упал. Ты упал и поцарапал коленку? Да. Нельзя так. Не надо так. Ну это опасно. Потом будет царапанная коленка. Это нехорошо. Понимаешь? Так, там догоняет меня. Тапчулька. Масит. Ай. Ты понимаешь, если мы умираем, то все пропадает конкретно. Что, реально? Ну, реально. Блин, что-то я, видимо, внес слишком много изменений в настройки сервера. Хм. Прикольно. Вообще капец. То есть тупо не остается, ну, этот, мешочек, да? Вообще ничего не остается, не мешочек. Но уровень-то хоть не сбивается. Ну, хоть что-то радует. Уровень. То мало ли вдруг сбивается, вообще будет не круто. Так, давай седло посмотрим. Ой. Так, на платформу, смотри, жемчуг, цементная паста и кожа нужна. В принципе, где-то кем-то я уже жемчуга много добыл. А, я у себя дома этим, летуном добыл. Ладно, пока на Тедикуруса сделаю. Потом сюда вот жемчуг и цементная паста надо будет с кожей забацать. Ну, это, в принципе, не так уж и страшно, как кажется. Да? Так. Смотрим, я вообще умею цементную пасту делать? Или я проигнорил этот навык? А нет, умею, в принципе. Армуль. Паразавр. Ты не хочешь на перерыв? Сейчас и все, я поставлю седло, вот смотри. Смотришь, седло? Вот он. Парниша. Ну-ка покажи мне его. Вот. Смотри, я сейчас тебе прикольный. Расскажу приколюшки этого парниши. Так, у него куча камня. Видимо, надыбал. Так. Ягодки ему оставлю. Сейчас я покажу тебе основную фишку. То, ради чего я его приручил. Ходить, конечно, на нем в бой и все такое, это глупо. Он для этих целей как бы не очень годится. Можно будет его потом на платформу поставить. Я его приручил только вот ради этого. Смотри. Не именно ради этого. Вот чего. Он круто добывает камень и металл, смотри. Пару ударов, и я уже весь переполнен. Это ж классно. Да, так. Так надо вот прикачать, ему именно будет вес. Он чисто будет, я, ну, у меня использоваться только ради этих целей, и все. 106 одним ударом. 205, прикинь. Да. Кстати, из-за него я сейчас опять левелапнусь. Для битвы он не очень годится, потому что... Он мелкий. Он, да, мелкий. Броня у него хорошая. Ну, как бы, знаешь, вот он выдержит удар вообще классно. Но все равно лобовая атака, в лобовую лучше не идти. Лучше убежать на нем. Так вот свернулся в клубок и скатился куда-нибудь в ужасе. Потому что так биться вообще не круто. К тому же большие динозавры будут на меня смотреть и думать, типа, это что, я лакомый кусочек для них. Типа, еда на колесах. Они же такие
Так, сейчас у меня последний удар нанесу тут, чтобы левелапнуть его. Поставлю, припаркую аккуратно, нежно. И все. На следующей серии мы уже попробуем сделать седло с платформой на этого, на нашего огромного гиганта. Это классно, раз так катишься. Все, только энергия тратится. Очень прикольно. Все это делается. Что ж, дружище, ты 8 уровня у меня. Так. У меня потухло, тут перегорело все. Я ушел, бросил, все сгорело. Так, у меня тут есть. Всего понемножечку надо еще. Три конца покоцано. Так, знаешь, что я думаю? Учитывая тот факт, что так произошло, что мы вот пропадают вещи, это вот такой прикол такой. Я, пожалуй, сейчас с себя все сниму, самое ценное. На всякий случай, ты тоже перед выходом из игры иди там в сундук, выложи из себя одежду, ну, все в таком духе. Так я только умерла, у меня ничего нету. А, тогда я тебе потом выдам хитину, хитин совместно с железом. Вот, хорошо? Так, а кстати, топчуль у меня не прокачался, я ж тут крафтил и все такое. Стоит, скучает. Нет, прикинь, он вообще даже не качнулся ни разу. Да. Что-то он так. Что-то как-то так с опозданием, так, знаешь, умственно отстало. Ладно. Так, у нас, значит, какой уровень? 46-й. Что ж. Отлично, моя маленькая. Я? Конечно. Пойдем на перерыв. Пойдем.